Встречи подобного формата – новое веяние в бизнес-жизни нашего города, хотя подобная практика уже зарекомендовала себя в России. Мы периодически проводим различные встречи с интересными и крупными предпринимателями нашего города. И сейчас вот такой новый виток развития, когда костяк сообщества уже сформирован, и мы бы хотели как-то влиять на те процессы, которые происходят у нас в городе и у нас в республике. Да? Участники смогут посетить выставку перспективных бизнес-проектов, которые уже реализуются в Бурятии, и почерпнуть много полезных идей, задать вопросы на специализированных консультационных площадках юристам и представителям госкомитетов участники смогут впервые. И сама встреча с мэром – это, по сути, мероприятие, которое состоит в цикле всей недели. Да? До него будет инвестиционная сессия, которая проводится совместно по инициативе Промсвязьбанк. У нас есть у самих тоже проект, который мы хотели бы презентовать и рассказать. Я его курирую сейчас. Называется он «Поколение будущего». Это развитие финансовой грамотности и предпринимательского мышления среди школьников старших классов. После этого у нас запланирована встреча, которая называется «Конференция по франчайзингу», где мы говорим о том, что выгодно упаковываться во франшизы, упаковывать свои бизнесы, делать из них франшизируемый продукт, выходить на внешние рынки, привлекать деньги в Республику Бурятию. Не упустить возможности и презентовать свой бизнес-проект, заявить о себе в сфере бизнеса вы сможете уже 19 ноября. Заседание круглого стола пройдет в Бурятском государственном университете в 15:00. Наталья Дабаева, Наталья Китаева, Евгений Козлов. Первая альтернативная.